Здравствуйте, сегодня 5 класс будет рассказывать отрывок из Руслана Людмилы «У лукоморья дуб зеленый». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит в подступе кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полных, там озарей прихлынут волны, на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь кощей над златом чахнет, там русский дух, там русью пахнет. И там я был, и мед я бил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, сын мне сказки говорил. Мяу!